Всем привет, всем привет. Всем доброе осеннее утро из города Бреста. У нас прохладно, не знаю, градусов 8. И я гуляю по городу. Ходила на работу. Ходила на собеседование, да, я в беретке, не так холодно, но ну ладно, с утра надену. Ходила на собеседование по поводу этой работы. Стирка, уборка, готовка. Люди живут на 18 этаже. Или у вас голова не кружится? Ну, приятные такие люди, высокие, что муж, что жена. Ребеночку 1,5 месяца. Жена не любит готовить. Сказала, не люблю я готовить, нанимаю домработницу, представляете? Я говорю, ну я не в ресторане, ну приготовить могу вам покушать. Он говорит, то, что надо, домашняя еда. Обожаю. Так что вроде мы друг другу понравились. И вполне возможно, завтра я приступлю к обязанностям. А сейчас хочу зайти в магазин ткани. Мы с Юлей решили, что она мне пошьет постельное белье, так что мне нужна ткань. Единственное, что Брест ее очень трудно купить, можно же онлайн заказывать. Здесь такой прикольный памятник, видите, дворнику, наверное, с собакой. Да, надеюсь, это не Герасим и Муму. Кстати, прохожу мимо памятника тысячелетия, хоть немножечко вам поснимать город Брест. Давно я по нему не гуляла, кстати, только 10:30. 10:30 утра, насколько красивое голубое небо. Да, а я иду сначала Гоголя, в конец Гоголя. Так получилось, что девочку я смотрю в начале Гоголя, ну там как бы не сама улица Гоголя, но рядом. А эти, которым готовить надо, на другом конце Гоголя. Я еще для вот, ну, как бы для гостей готовила, а вот так, чтобы за деньги, 4 раза не готовила. Ну, я надеюсь, что у меня это получится. В принципе, я мужу готовила, своему испанскому мужу все нравилось. То есть у меня такой непривередливый в еде, в этом плане мне повезло. Потому что я как послушаю, это не ест, ну ел все. Ел все и нахваливал. Так что надеюсь, тому мужу тоже понравится. Но мужу другой женщины, конечно же. Надо только придумать меню. Я не сильно там какой-то у меня вариация блюд. Ну, какой-то список можно набросать и приготовить. В любом случае, единственное, что он не ест рыбу, мама ест рыбу. Ну, вот маме можно готовить рыбу, а мужу готовить стейк. И у нас в последнее время в Бресте открылась целая куча кафе новых. Я уже прошла, вам не снимала. Здесь снимаю, что хочу поснимать листья. Вчера, кстати, было так тепло. Надеюсь, что сегодня тоже будет тепло. Что пока как бы так немножко морозно с утра. Да? Голубь, потому что закрыли. Я Юле говорю, рассчитывала дома буду сидеть, балды на ней гонять, влоги вам снимать, да учиться. Кстати, вчера вечером села, поучила. Вот заставила себя, поучила, почитала, потренировалась. Вот что-то в голове осталось, называется. Сейчас тема знаков вообще тоже надо учить. Я что-то посмотрела, что-то знаю, что-то в чем, конечно, плаваю очень сильно. Так что надо садиться и учить знаки. В среду мне, кстати, зачет. Ой, и чтобы вы понимали, не то, что вот на меня сейчас работа стала вот сваливаться, такая популярная, нет, целое лето. И вот, ну, как бы мне звонили там на целый день, вот на няню хотели. Вот, в принципе, сейчас смотрю, я уже это, наверное, обсуждала видео, что в Бресте эта тема стала популярна. Вот это там домработница, да, потому что в Испании такую работу не урвать. На такой работе работают все вот эти вот американцы, все, которые, ну, уже приехали, там среди знакомых уже эти передают друг другу контакты, таким образом устраиваются на работу. Как я не фанат кофе, но смотрите, какая кофейня. Джезва, здесь очень хороший кофе, кто с меня с Бреста смотрит, и какую красивую они сделали такую интересную штуку. Я вообще вчера думала, с Юлей пофоткаемся, но так мы только по району прошлись, чуть пофоткались, ну такие фоточки. Я бы, конечно, хотела что-то поинтереснее замутить. Вот хочу сюда уже прийти, пофоткаться возле этой джезвы. Следующие ее выходные, потому что у нее свои планы, а я иду работать няней. И я сегодня без 15:08 проснулась. Мне было на 10 на собеседование, на 11 девочки. Я уже с 15:08 все. Организм волнуется, не спит. Ну что, еще за 20 минут закимарила. И я даже не опаздываю, представляете? Приду сегодня пораньше. А то я меньше на 5 минут опоздаю. Не умею я. Единственное, знаете, что я готовлю медленно. То есть, если люди, которые там за час приготовят 3 блюда, то я бы сказала, что я довольно-таки так медленновато это делаю. Ну, посмотрим. Они хотят еще уборку.
То есть я вот так рассчитываю там за полчаса быстро что-то пропылесосить, полы притереть. Ну, то есть не без генеральной такой вот. Генеральки там, да, отдельно. Там, да, отдельно вот такой 2 часа только на уборку потратить. Вот, а если они хотят и уборку, и готовку за 2 часа, то какие-то сложные блюда уже не получится приготовить. Там еще какие-то отбивные, котлеты. Да, не будешь каждый день такой есть. Ну, короче, посмотрим. Надо придумать, какое меню, что и как. Чтобы было разнообразно, не скучно, не вкусно. Еще вроде, слушайте, еще в роли повара я не работала. Может, действительно понравится. Пойду в Испанию, закончу эти курсы. Да, пойду поваром работать. Хоть как бы я себя в этом не вижу. Но вдруг в моей жизни все поменяется. Раз Вселенная мне дает такую возможность вот поработать, да, в качестве повара, что я даже вообще для себя никогда эту профессию не воспринимала, вот, то даже не знаю. Я вообще люблю вкусно есть, это вы знаете, да, вот я сейчас думаю, вот все же вот в Мадриде за 15 евро, представьте, за 15 евро было 2 полноценных блюда, рыба, мясо, то есть там не кусочек, не 2, как здесь привыкли подавать, да, полноценное блюдо с огромным куском мяса, дополнительный бокал вина, еще десерт, то таких цен даже у нас на Тенерифе нету. Это мне круто повезло, ну, точнее, мужу нам в прошлый раз повезло вот найти такое-то заведение. Просто, я не знаю. Хочется, что не даже себе в убыток работать, потому что настолько тратить на продукты денег. Ну, я только могу это одним объяснить, что там такая очень такая конкуренция в Мадриде. Что-то не знаю, чем заманивать этих клиентов. А мы уже пришли в парк на прогулку. Посмотрите, какая красота. Какая здесь красота. И наше обалденно красивое колесо обозрения. Я на нем, кстати, еще не каталась. Только в Гродно каталась. На самом деле я вот боюсь высоты. Вот в самолете не очень боюсь. А вот так вот где-то боюсь. Посмотрите, красотишка, красота. Там даже вдалеке кони на выгуле. Тут какой-то у нас есть контактный зоопарк в парке, но я толком не знаю, где он тут находится. Смотрите, утиный рай. Уточки греются на солнышке, на досках. И вот там вот домик посреди озера. Тишина такая, ну как бы какие-то работы проводятся. Но вот в этой части парка очень хорошо, тихо, спокойно. Можно насладиться красками осени. Смешно, так даже голуби. Даже голуби пытаются принимать водные ванны. Смотрите, водные процедуры. Плюхаются, купаются. Смешные такие. У меня дома есть хлопья овсяные уже просроченные. Надо принести, покормить птиц. Я все время про них забываю. Потому что хлебом не рекомендуют кормить птиц. Но вот хлопьями, я думаю, им зайдет. Здесь красиво такая это ива. Смотрите, еще зеленая. Уже как бы много где это. Листья, видите, деревья облетели. Хорошо так на солнышке, тепло. Да. С детками мамы гуляют. Эти уже плывут в поисках еды. Вот здесь красиво. Я здесь снимала свой влог пару дней назад. Такую красивую осень в парке. Там уточки. Так, а мы продолжаем гулять, наслаждаться всей этой красотой. Красиво, смотрите, длинная аллея. У нас таких в парке 3 штуки. Вот это, там еще и там с края. Уже, смотрите, куча листьев. Дворником, конечно, осенью. Вот от работы в парке. Все, я уже дома. Юля мне устроила сюрприз. Та-дам! Смотрите. Приехал мой матрас. Приехало мое спальное место. А то бедный ребенок уже устал спать на своей узкой кровати. Мы должны были его вчера забрать, привезти. У меня вчера как раз был выходной, никуда не надо было. Но была не готова накладная, что мы договор потеряли. То вот надо было ей с утра сегодня разбираться всем этим делом. И договор был на 4 часа. Я до 3 была в нянях. Говорю, да, давай на 4 часа. И она мне такая звонит, ты когда будешь дома? Ты когда, ты уже едешь? Надо будет забрать матрас. Я говорю, хорошо. Вот, и мне так не хотелось, такая голодная была. Думаю, сейчас надо поесть первым делом, потом, ну, звонить водителю. Что вы думаете? Прихожу.
Весь матрас. Нет, первым делом я увидела накладную на стуле. Думаю, раз накладная дома, значит товар дома. Потому что накладная просто так не передвигается без товара. И захожу, здесь матрас. Мне так ее жалко. Этот матрас тяжелый. То есть был водитель, второго грузчика не было. Планировала я быть вторым грузчиком. Матрас на самом деле тяжелый. Как-то они его по ступенькам тащили. Я говорю, ты хоть не сильно там, ну... Потому что он реально тяжелый, капец. Даже вот сейчас я сама, я бы сама его вообще даже поднять не могу. Вот. Ну, чуть-чуть приподнимаю сверху, я не знаю. Говорю, ты хоть снизу чуть-чуть, тащила. Я представляю, что он его сверху тащил по ступенькам на 5-й этаж, а Юля снизу поддерживала. Ну, короче, трэш. Надеюсь, что не повредили конструкцию мне. Матрас, такой матрас стоит 1000 белорусских, 1000 с чем-то стоит белорусских. Это, ну, где-то $300, да, так как Юля работает на этом предприятии, то ей, естественно, 30%, наверное, скидка или 25%, ну, что такое, короче, 700 или 600 с чем-то. Надо, кстати, Юля заплатила, не знаю, сколько она заплатила, надо будет ей перевести на карту. А, нет, мы еще не платили, мы смотрели только путь, через Ерип надо будет заплатить. Вот я уже поставила себе варить пельмени, потому что жутко голодная. Съела уже ветчину, бутерброд с ветчиной, потому что очень хочется кушать. Кручу, верчу, думаю, что буду готовить, потому что, ну, я-то привыкла готовить на себя и на Юлю, то есть небольшую порцию, а там мужчина такой большой, женщина, то есть, ну, придется постоять у плиты. То есть, если я себе там за час готовлю, то там реально надо будет 2 часа, то есть я на такое количество, ну, еды, порции, я вот если котлеты, то две только котлеты этих сковородки жарю, то есть они жарят там 5-6, да, у кого семья. Короче, посмотрю, знаете, я не отказываюсь, я готова ко всем новым, так сказать, виткам своей жизни. Вдруг я сейчас на это набью руку и поеду в Испанию, буду работать в какой-нибудь русской семье, например. Вот тоже. Готовить, стирать, убирать, да, за ребенком смотреть. Ну, посмотрим. В любом случае, первым делом надо покушать, потому что очень хочется мне кушать. Говорят, что нельзя говорить кушать. Ну, ладно. Очень хочется поесть. Очень хочется поесть. Все, сварились мои вкусные пельмени. Сейчас сделаю фоточку, отправлю мужу. Потому что он говорит, я так люблю пельмени. И купила укроп и забыла про него. 2 дня пролежал в пакете. Отправила его на реанимацию, мисочку. Сейчас чуть полежит, а потом стаканчик поставлю в холодильник. И сметана. Здесь еще мало сметаны. Юля с утра ела творог. У меня было 0,5 баночки. Чуть-чуть осталось. Ну, мне покушать хватит. Я думала, что у меня будет 0,5 баночки. Короче, я буду вкусно обедать. Всем наиприятнейшего аппетита. Что я вкусненько поела, такое солнце. Я хочу спать, я хочу спать. Не знаю. 20 Ира хотела посидеть дома, прийти в себя. А тут работы тьма. Мама-то спрашивает, популярна ли работа няней? Вы просто не понимаете. На расхват, на расхват. Вот если ты, ну, то есть в свободном таком графике, на расхват. Говорю, мне звонили по 2 человека в неделю. Точно бы я на работу устроилась. Не знаю, короче. Там на следующей неделе тоже обрал этой няне, она набрала себе этих семей. У нее не получается, там она это, надо ей медкомиссию проходить. Ну, взялась ей помогать. Вроде моя мама готова немножко там уступить по графику. Не знаю. Как бы и получается одной семьи мало, потому что, по сути, это, ну, мало денег, ну, там, не знаю, $100, да, уже поговоря. Еще я как бы не подбивала. Ну, то, ну, на эти деньги не прожить, если вот брать одного ребенка. Вот, потому что если бы это был полноценный рабочий день, да, а если вот так, часы там, чуть, ну, говорю, вот так вот. А берешь вторую уже семью, и уже вот надо как-то вклиниваться, да, мама говорит, ну, вот классно, взяла там 3 семьи. Я говорю, ну, не-не-не, это чуть как бы надо стыковаться по часам, чтобы всех все устраивало и вот это. Короче, сажусь за учебу, завтра у меня экзамен по знакам дорожного движения. Деньги с деньгами, учеба учебой. Я, наверное, сейчас прилягу, отдохну. Я какая-то такая вообще в новом амплуа, в новом, так сказать, качестве. Вот сейчас смотрела меню на завтра этой семье. В интернете им же еще продукты закупить. Одно дело приготовить, так еще ж надо продукты уметь качественные купить. Вот скинула им продукты на карбонару, на болоньезе. Говорю, ну если не захотите, то там какие-то... Ну на первый раз котлеты, там что такое. Можно, конечно, потом и запекать в духовке что-то повкуснее, да. Но на первое время какие-то котлеты отбивные, какой-то салат, какой-то суп, знаете, такое. Ну хотя бы, чтобы люди поняли вообще, нужна им моя готовка или не нужна, а вкусно я готовлю или нет. Так что, наверное, сейчас буду прощаться, потому что, по сути, ничего снимать я не буду. Может, потом попью только чаек вечером. Пельмени наелась. Было очень вкусно. И муж, кстати, смотрел мои фотографии в Инстаграм. Кстати, заходите в Инстаграм. Я такую сделала публикацию крутую.
с Мадрида. Такая красивая была, не знаю. Вот мне Мадрид просто к лицу, вот просто я преображалась на глазах, молодею на глазах, красивее на глазах. Вот что значит, когда женщина счастлива, когда ей все нравится, она просто расцветает. Что тут скажешь? Я просто заплела какую-то гульку и цвела, 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 и порхала, и порхала. Так что заходите в мой инстаграм, смотрите эту прекрасную публикацию. Муж тоже посмотрел, сказал, что я очень красивая. Да. Все, моя хорошая, всех люблю, всех целую. Лайк, подписка, комментарий. Конечно же, супер спасибо, порадовать любимого блогера. Он тут от Иры бегает по всему городу. Ну, мне так нравится, знаете, то есть нет вот этого режима с 8 до 5. Что-то по шатам, не 2 часа, наверное, минимально у меня 4 часа. 4 часа как-то так поработала, в воскресенье вообще 7, но это много. Ну, даже вот 3-4 часа в день поработать, выше крыши, чтобы дома не сидеть и какие-то деньги на хлеб, как говорится, были. Все, всем всего хорошего, до завтра. Пока-пока. Пока-пока. Стоят мои еще хризантемы. Не умирающие. Как бы у самой, как бы, ну, в принципе, не грязно, но не идеально. Так что я не знаю, как я пойду там убирать. Но за деньги можно и поубирать.